Приветствую смотрящих, всем здорово. Что же, давно на этом канале не было роликов, и начинаем мы его вот с такой вот плачевной ситуации. Этот ролик будет вообще по 1.5.1, 1.5.2. Ну, в связи с такой вот ситуацией неприятной, я вынужден вам сказать, что мы сбили плюс 10, мы сбили плюс 8, мы сбили плюс 8. Короче, этот ролик выйдет где-то через день после того, как я это все собью, да, сразу же. Можете посмотреть трансляцию, она так и называется, сбил плюс 10. Вот. Только что проснулся, вроде бы все нормально, но, конечно, осадочек остался. Придется обратно вешать либо 8, либо 9 на пуху. Плюс 10 опять фармить, это очень долго. Не знаю, потяну ли я. Короче, вернем на пух 8 или 9, и придется вернуть семерки или восьмерки обратно на бирже. Да, вот такая вот история плачевная. Ну, мы не отчаиваемся, в принципе. Времени до 92 у нас еще много. Что-нибудь да придумаем. И поехали, ребят, на 1.5.2. На 1.5.2 дела у нас, в принципе, обстоят неплохо. Очку мы тут не сбивали, но, сука. Ебаный хуй. Можно и тут сбить, как говорится, блядь. Ладно, в сторону. СПД призрак у нас тут 2.2. Ой, 2.0 на селфи. 2.86 в образе. Немного нос заложен, так что могу в нос говорить. 3.33 под бурей. Какие у нас, в принципе, планы на призрака? Капнуть, очевидно, ему небо, сделать фул цепочки. Дождаться, пока изменят марафон. Вот. Ну и, очевидно, наверное, прокачать карты. По-моему, где ты там... А, он каждую неделю, по-моему, уже берется, да? Вот это вот. Да, 10 раз в неделю. Потихо будем качать карточки души на призрака. ПВП-шить есть с кем, кланы тоже парочку есть. Но я пока не знаю... Пока жду, кому вступать. Свой создавать я хотел, но передумал, наверное, не знаю. Вот. Так что, вот такие вот дела, ребята. Что вам еще показать? А, я знаю, что вам показать. Мы сделали этот третий ад. Вот, так что вечером будет стрим. Я постараюсь сделать его, но мне нужно в гуй будет зайти. Клинок жадности и полет тени мне нужен. Мы вчера на стриме хотели купить книгу времени, но, к сожалению, мы не дошли до комиссионера и сбили все хуям на 1.4.1, да. К счастью, мы сбили только 3 шмотки. Семерки, пятерки, шестерки у меня остались. Это к счастью. Я не совсем откровенно, блядь, был долбоёб. Но книгу времени почему-то я не могу. Я не могу купить их. А где мне их тогда высрать? Их типа нужно фармить на РБшках. Или чё? Из отлички тянется книги времени. Подожди. Одна книга времени, одна отличка, чё? Нет. Одна отличка, две книги времени. Но это нерационально абсолютно. Нужно, короче, у кого-то в мерчате спрашивать. Я не знаю, как мне это добывать. Полет и не может посмотреть. Ага, во, продается. Кстати, отлично. Нам нужен полет тени и клинок жадности. Смотрю еще его. Нет, он, к сожалению, не продается, клинок жадности. Но полет нужно купить. Время славы. Не помню, как квест называется, на халявный скилла, все вспомнил. Секунду. Сейчас посмотрим. Давайте вот, полет тени, где взять эту штучку? Демонически. Ага. Это вроде... А, это гарпун. Полет тени. А где взять этот итем нахуй? Подожди, что за бред? Последний полет тени.
полет тени. Его взять. Если вы знаете, где его взять, напишите в комментариях. Смотрю в ML. Так. Ну, возможно, в этом котле. Еще могу ошибаться. Ну, удиви меня. А вот он, 60 крови. 60 крови — это дохуя. Короче, сейчас посмотрим одну темку. Есть ли она у меня тут? Если есть, то попробуем замутить себе клинок жадности еще. Если не получится, придется каким-то образом скупать книги времени. Вот. И скилл обойдется очень-очень дорого. Сейчас полетей не куплю. Клинок жадности на самом деле тоже очень важный скилл. Ой, клинок, полет, тени. Отлично, купили. Сейчас посмотрю в NPS, есть ли у меня вот этот скилл, который дает рандомный 79-й суперскилл. Если есть, то заебись. Если нет, то печально. По-моему, я пролетел. Вот тут должен быть. Ну вот он. Так. Да, есть. Ладно, наверное, сейчас буду начинать его делать. На стриме уже посмотрите, сделал я что-то или нет. Ссылочка на рефералку на 1.41.1.51 в описании. Как только... как только они упростят марафон, есть, возможно, такая инфа на вот этот жетончик. Где он? Кстати, вы, если бы я хочу найти. А, тут нельзя, ладно. Вот этот жетончик, по-моему, где-то тут. Вот. По-моему, меньше заданий и меньше уровня будет. Как только его упростят, я сделаю отдельное видео. Я знаю, какая часть людей не хотела залетать из-за этого жетона Марика. Так что ждите видосов, следите за трансляциями. Вот. В принципе, и все. Next видос должен быть более-менее интереснее. Этот видос такой спонтанный получился. В связи с магом. И в связи с прочей херней. Вот, так что не отчаиваемся, играем дальше, фармим, получках нет. Вот, но что-то, мужики, придумаем с магом, просто так, очевидно, я его не буду бросать. Так что давайте, всем до вечера.